Александра Крутовского. Снова Елена Александровна Савинич. Вот. Посмотрели. Вот. Не дай бог запустить туда этих специалистов, тех же Тимирязевых, сразу бы все изувечили. Караул, деревья неправильные. Это тоже участок Елены Александровны Савинич. Дальше участок. Как видите, трава косится, оставляется на место. Это ее почерк, посадка абрикосов на холмы, то, что выше. Вот. Содержание почвы под деревьями, в саду задернение. Видели, да? Ну, а теперь я специально заметил, не было ни одной фотографии. Вот этой девушки не было, а теперь есть. Вот. Почему? Ребята, вот, где-то когда-то может случиться чудо, и наши люди попадут туда. Есть длинный путь, аспирант, доктор, кандидат наук. Вот. Тема у нее абрикосовая, очень интересная тема. Вот. Но мне кажется, что она потеряет годы, десятилетия. Выхода только два. Сразу дать ей настоящую работу. Это вот я мечтал, помните, как я мечтал? Есть два пути. Или ведущая, куда она бы справилась бы с этой работой лучше всех тех, кто этим занимается сейчас. Умные, симпатичные девушки, но уровень не тот. Тот же набор. Проредим, выкопаем огромную яму. Ничего не меняется, эти каналы не помогут вырастить сад ни одному человеку в стране, ни единому. Ну, а второе, это вырастить суперсад где-нибудь в Тимирязеве, чтобы ее не бульдозеры не уничтожили, а сейчас затишье какое-то. Вот. А бульдозеры уже заправлены. И там должно быть все это уничтожено и построены очередные там эти супермаркеты. Вот. Сильная жирная земля даже для академии. Вот. А туда послать вот таких вот бригаду, нашу бригаду, во главе с Еленой Савинич. Вот, все-таки это вторым номером Железова Сергея, все-таки агроном, лучший сад в России. Вот эти бы ребята бы за 5 лет совершили бы чудо. И на 6-й год во главе с ректором, куда без него, во главе с министром, потому что нужно это, все условия создать, а это не вот так просто, наука нищая. Вот эта команда Макарова сюда, да, вот, Алексей Капустин совсем молод, но в душе он молод. Вот, дальше продолжать это самое. Козел, вот, дальше продолжать. Ну, сколько наших ребят. Сегодня разговаривал, который вот сейчас на месте не оказалось, Сафронова Антона. Уже разговаривали на равных. О, у него уже абрикосы, у него уже яблони вовсю. Вот. Ну, я скажу, что команда подобралась бы здорово. Вот, а в Москве таких команд нету. Если такие тимирязевы выпускают, стараясь калечим, а потом лечим все оставшуюся жизнь, короткую. Вот, ребята, обещать не вредно. Я знаю, что это ничего не даст. Но есть еще это, знаете, как все пули в молоко, а вдруг одна в десятку. Посмотрим. А вот это я себя вспомнил, молодого. Вот. Издевались оттуда, как хотели. Я знал то, что я сейчас знаю, я уже тогда знал. Я вечером засыпал, ничего не знаю. Вот он просыпался, уже знаю очередную тему, очередное открытие. У меня этих постулатов больше 200. А постулат это уже почти закон. И вот я взял и когда-то рассказал как бы про себя. Представьте себе, что вот эта Ванька Жукова, это я. Читаем. А она взяла селедку и ейной мордой начала мне в харю тыкать. Вот. И когда это началось, я начал печататься с 21 века сначала. И до сих пор меня тычет харю. Вот. И я просто вспомнил, почему. Потому что я сейчас показал вам эту девушку, показал ее в эти самые, ее грушу. Если бы она стояла на том, что эти ветки жировики, которые дали плоды, вот, это было бы, по крайней мере, пусть честно, но значит человек недалекий. А когда человек все схватывает на лету, вот, а позади высшее образование, красный диплом, вот, добрая сотня уже научных трудов, у нее умнейший руководитель, умнейший, представляете, благословила к Железову Матвеева, профессор.
Вот. Вот такое сочетание. А вспомните бабушку, а маму умницу. Я вам показывал фотографию мамы. Ну, все дано. Вот. Может, ее избегнет этой судьбы, чтоб ее в харю, извините за выражение, тоже не тыкали. Как меня.